Куда мы сегодня пришли? Сегодня мы пришли в музей Мишки Тедди. А завтра было закрыто, а сегодня не закрыто, смотрите. Сегодня открыто, да. Вчера мы пришли, здесь был закрыто, так как был последний день Нового года в Таиланде. О, смотрите, мишки сидят. О, смотрите, какая картина. Семья мишек. Папа, мама. Раз, два, три. И трое детей, прям как у нас. Пять. Это игрушка. Их два, пять, и нас пять. Три, четыре, пять. Да, и нас пять, да? А это, наверное, все, что есть в музее. Да, Саша бесплатно проходит, а детям билеты по 300 бат, взрослым по 500 бат. Давай, Дань, встань еще, посмотрим, какой ты. Даня синий медведь. А Никита? Классный. Классный. А и Саша? А Саша желтый. Нет, ты вот такой, Никита. А я вот такой. Все, пойдемте смотреть. Смотреть на мишек. Смотри, какие игрушки, игрушечные мишки. Смотри. Смотрите, мама и папа. Да, мишка папа и мишка мама. А мишка дуй, дай. Ветерок. Ну все, пошлите. Легкие. Ого-го. Вот это башня из медведей. Это одежда, медведи, там, это платье. Платье. О, какое длинное платье из мишек. Ой, какие они классные. Смотрите, какие они милые. Посмотрите. О, Даня, трон. Это тайские мишки, смотри, тайские, наверное, короли. Саш, поздороваешься с мишками. О, мама. Привет, привет, скажи. Мама. Привет. Тихо, тихо, тихо. Привет, привет. Книжка какая большая. Вот это да. Смотрите, какая она огромная. А страницы не перелистываются? Нет. Нет? Да. Смотри, какой. Это краска его испачкали. Стреляли, наверное. Смотри, мишки фотографируют. Ники, Саш, смотри, какой фотоаппарат у Мишки. Мишка, смотри, фотографирует. Данил, смотри. Египетские мишки. Смотрите, у них какие чупа-чупсы. Или это палочки волшебные? Палочка. Что вы думаете, это ребята? Смотри, да. Мама. Смотрите. Ого. Я стою. Пойдемте дальше. Да. Во, фу, смотрите, какая красота. Пойдемте дальше. Пойдемте дальше. Thank you.
это что за мишка? Это в русском народном стиле, наверное, так понимаю. Ну, не похоже. Нет? Это цветочные мишки. Нет, мама, ты снимаешь? Снимаю. А мы там еще не побыли в той комнате. Ого! О, что там? Там какой-то динозавр. Смотри. Ой, там кто там? Кто там вылупляется у нас? Кто там? Даня! Маленький. Малыш, да. Там малыш. Там еще малыш. Постучите, может он вылупится. Выходи! Ты кого поймал? Птичку. Птичку поймал? Орла? Нет, чайку. Чайку? Вот и яичко. Динозавр, да, смотри, какой динозавр. Саш, иди посмотри. Вот, смотри, там кто-то спрятался в дереве. Иди посмотри. Мама, мама. Кто там, Дань? Кто там? Там спрятался кто-то, свой глаз. Кто-то подсматривает за нами, смотрите. Это средневековый ученый, Мишка, мне кажется. Ну а вот это что такое желтое? Какой-то комета, что ли? Это вулкан, похоже. Вулкан? А вон то. А вот это метеорит, наверное, какой-нибудь. Он Даня куда залез? Даня вместе с древними мишками живет теперь на скалах. Все полезли. Мама, где ты тебя? Ой, как страшно. Даня, ты не боишься таких зубов больших, огромных? Ты у него в пасти находишься, Даня. Хотя древние мишки не боялись. Вот смотри, они так же сидят между зубов и Даня, как древний мишка. О, здесь скелеты динозавров уже. Вы прям как мишки. Так, а это кто? Мишка археолог, да, по-моему? Угу. Мишка Индиана Джонс, смотри. Мишка ученый. Да, вот теперь он раскапывает, получается, костяк динозавра. Проводит исследование. Почему вымерли динозавры? Ребята, а вы как думаете, почему они вымерли? Вулкан взорвался, из-за этого вымерли динозавры. Да, не вот такую версию выдал. Динозавры дают. Садитесь на лавочку. Вот, смотри, наскальные рисунки, смотри. Как древние, они охотились. Так, да, как древние мишки охотились. На динозавров. Да, они вот следы, смотри, у них там. Да, они раскопки. Видишь, ведут их, что-то находят. Ты тоже нашел? Да. Что нашел? Кости нашел? Что это? Да. Зуб, это зуб? Это зуб динозавра, да? А, здесь надо вот так брать и раскапывать. А что ваши кости? Настоящие кости нашел? Никит, бери тоже кисточку. Смотри, Даня. Вон он, сколько много кисточек. О, Даня, что здесь? Надо все вот так раскопать. Посмотри, что там. Я еще что-то вижу. Никита пришел на помощь. Вот что еще. Кость. Кости? Кость. Вот еще какая-то. Саша здесь тоже что-то нашел. Давайте посмотрим. Что это, Саш? Это какая-то змея. Здесь голова змеи. Смотри, глазки там.
Змея. Клад нашел? Смотри, какая кошечка. Да, да, да. А я здесь много. Я нашел тоже. Тут самое интересное, что скрыто под песком. И ты нашел. Да. Здесь кости, мам. Угу. Кости кого? Динозавр. Так. Здесь везде кости. Видите? Здесь везде. Все надо спрятать. О, и здесь кости. А здесь много кости. Здесь много костей? Да. И ты. Там тоже Саша нашел, да? Ну-ка давай посмотрим, что там Саша нашел с Никитой. Да. Что там? Что там? Динозавр? Да. Как динозавр кричит? А-а-а. Вот так кричит? Да. Что там? Косточки? Да. Что я нашел? Кисточка, вот так смахивает песочек. Смотрите. Осталась я кость. Я... Это рука какая-то. Нет, это лапа, наверное, динозавра. Твердая. Твердая? Ну, кости твердые, да. Да, да. Смотрите, да. Какие скелеты я нашла. Ребят, смотрите, сколько мы всего здесь нашли. Как вы думаете, кто это? Чудоса. Пишите в комментариях. Пишите в комментариях, если вы знаете, что, кто здесь находился. Кто здесь находится? Чьи это кости? Чьи это кости? Если вам понравились наши раскопки, ставьте лайки. 100 лайков. Никита там раскопки на скалах ведет. Никита, смотрите, динозавра он откопал. Я что-то нашел. Никита динозавра в скалах откопал. Мама, смотри, я там. Мишки в пещере сидят. Едят мясо. То есть они поохотились на динозавров и теперь сидят, отдыхают, кушают. Облизывают руки так же, как Никита. Никита, руки не облизывают. А. Ой, качели. Смотри, это, а тут вот уже появились обезьянки. Уже да, появились обезьяны. Это уже зарождение человека. Нет, это получается зарождение Мишки Разумного. Мама, Мишки Разумного? Мама, да. Это вся семья! Вся семья? Да! Вот это слоны. 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 Тихая семья. Вон, смотри, мамонты древние. Смотри, вот Мишка какой-то исследователь. В джунглях, смотри, исследует. Обезьян, слонов и мамонтов. Да, смотри, это Мишка вот. Вот, он Мишка исследователь. Баба. Да, вот именно он. Упал. Опять упал. О, Даня, смотрите, на большого слона лезет. Эй, пап, он опять упал. Опа. Тебе такого большого мишку надо. О, какой мишка большой. Бери.
Бу-бу. Мама! Опа, Никита тут обезьянку кидает. Сейчас, подожди. А. Упал. Никита полез на слонов. А я вас... Вот, Никита забрался на большого слона. Привет! Высоко сидишь? Далеко глядишь? Там это целое, смотри, семья слонов. Семья, да, да. Мама, папа и маленький слоненок. Вот это мама? Это мама. Ты на папе сейчас сидишь? Вот это мама, вот это папа. Да? А мамы нету, да? Да, у меня была. О, боже. Ничего себе. Что это, папа? Монумент Мишкам-основателям. Смотри, какой интересный. Это какие-то ученые, да? Нет, это в Америке есть монумент отцам-основателям. А, на скалах выбит. Это вот, ну, просто повторяет. Да? Смотрите, машина сафари. Да, его пишка Индиана Джонс, вот он. Это его машина. А это его машина, да, немножко исследователь. Давайте, да. Так, Никита. Ты можешь туда залезть? Давай, будешь пассажиром. Даня сегодня у нас возит. Куда, Дань, поедем? По джунглям, да, Данил? За приключениями, да, за веселыми. У тебя там и педали, да? Мама, смотри! Мы едем! Мама, едем. Смотри! О, какая она длинная, она прям такую надо для путешествий. О, циркачи! Представление какое, смотри. Мишка клоун и Даня вместе с ним на шаре крутится. Даня в цирке работает. О, еще два брата присоединились. Три брата акробата. Это я. Я медведь. У тебя, папа, прям футболка Сыпи подходит по цвет. Гости. Здравствуйте, мальчик. О, там какой-то. Кто-то. Это что такое? Смотри, медведи танцуют. Один медведь. Сейчас ты пойдешь, пожалуйста. Никита. Давай, Саша. Вон, себе Мишку, смотри, тоже. Три медведя. Так, танцуем. О! Саша одевает. Ох ты какой, смотри, Мишка панда. Танцуй иди. К мальчикам иди танцуй. Смотри, как Саша танцует. Молодцы. Все? Все, я не могу. Все, давайте дальше. Я дома не могу. Мы пришли в подводный мир. Смотрите. Будем плавать. И Саша плавает. Там акула. Там акула. И Мишка в ракушке сидит. Акула плывет. Да, принцесса, смотри. Принцесса, русалка, Мишка. Мишка, русалка. Она прячется от акулы. Да. Смотрите, здесь принцесса. Смотрите. О, кто это? Как он называется? Подводный медведь. Подводный медведь? Это ёптель? Да, медведь-подводник. Смотри, а медведь-водолаз. Водолаз это медведь. Водку. Кто это? Это из какого-то мультика. Это Зомби.
Это зомби? Я думаю, что нет. Это из какого-то мультика. Вы не знаете, из какого? А давайте у ребят спросим. Спросим у ребят? Ребята, подскажите, пожалуйста, у нас в комментариях, кто это, из какого мультика? Мы что-то не помним. Монстр какой? Монстры и кино. Монстры и мультики. Саша, ты куда забрался? Кто это там? Тебе рыбку надо эту? Давай дадим рыбку. Я хочу. Подожди. Я хочу. Сашина рыбка. Ой, какая рыбка. Ты рыбку поймал? Ты рыбку. Это рыба кит. Это... Кто здесь еще живет у нас в подводном мире? Смотрите, касатки, а ракушка, смотрите, какая большая. Вот это да. А ракушка, это чей домик-то? Наш! Ваш. Пойдемте. Это тоже такая ракушка, да? Да, наш домик. Там жемчужины живут. Я живу. Ты жемчужин? Я давай мои жемчужинки. Я жемчужинка. Ты большая жемчужинка. А да. Я тоже. И ты жемчужинка, да. Мои жемчужинки. Она пишет что? Welcome. Welcome. Добро пожаловать. Нет. Это что, Мишка Афродита, да, получается? Скульптура, смотри. Там кто живет? Ну посмотри, может, кто там живет. Да. Никто не живет? О, там какая-то... Саш, что там? Что там? О, что? Пошли туда дальше. Ой. Зимний мир. Зимний мир? Это белый медведь. Там белый медведь. Это зимний мир. Зимний мир? Зимний мир. Это в Сибири, наверное? Опа, да я. Ну, смотри, застолье здесь, Мишки, смотрите, что-то празднуют. Новый год, наверное. Новый год! Это голос зимний! Новый год! Бабах! Дед Мороз! Дед Мороз? Смотрите! Мишка, Дед Мороз! Смотрите, он вам подмигивает, приглашает в дом. Там живой рог. Там. Давай пойдем посмотрим. И ребятам покажем. Что мы так крадемся? Да, давай посмотрим, что там. Роботы злые. Да неправда, пойдем посмотрим. Прячемся? Давай с этой стороны, может, пойдем. Нет? Может, с этой стороны пойдем? Там тоже роботы. Там тоже роботы? Пойдем посмотрим. Там страж. А роботы услышат? Роботы услышат? Ну, ничего страшного. Я думаю, они не добрые. Мы сейчас с ними поздороваемся, да? Все, пойдемте. Кто там? Ну-ка посмотрим. Та охрана стоит. О, смотрите, какие они классные. Они же не злые совсем. Смотрите, какие они классные. Они не классные, они же классные. Смотрите. У них маски разного цвета. Да, они добрые. Они вам говорят, привет, привет, добро пожаловать. Он злой? Да нет. Нет. Вот там что-то есть. Песенка пошла. Здесь какая-то пещера. Давайте песенка там посмотрим. Давайте посмотрим. А смотрите там, что там наверху. И там нет тарелка. Там летающая тарелка. Нет, там это корабль, там герой. Там герой? Там инопланетяне, наверное? О, это звездные врата. Сейчас посмотрим. Это корабль Асгарда, по-моему.
если я не ошибаюсь. Там у кого? Асгарда. Асгарда? Да, корабль Асгарда. Это космический корабль. Это космический корабль Гоба. Да. Там что-то есть. Что-то есть? Пойдем. Давай посмотрим. Нет. Что там? Ой, как там здорово. Пойдемте посмотрим. Из какого-то мультика? Пойдем смотреть. Посмотрим, что здесь. О, смотрите, здесь какой мишка большой. О, привет, привет. Горка здесь, смотрите, какая. Она, наверное, волшебная какая-то. Со звездочками. Со звездочками. Ты, наверное, сейчас на небо улетишь. Давай, не на небо, а вниз. Давай, поехали. Вниз куда-то, Даня, поехал. Да. Молодец. Нелегкая загадка. Помашешь, Никит? Помашешь потом? Нет, не опасная. Давай, уходи, Никита едет. Давай, пока-пока. На. Давай. Опускай. Не опасная? Нет. Опасная? На. Давай, пошли. Пошли на горку, давай. Все, пойдем. Давай, давай, пойдем. Саш, смотри, да, какая горка там. Смотри, единорог стоит. Смотри, Саш, единорог стоит, да? Вот он, да. Съест? Нет, не бойся, он добрый. Да, он добрый. Давай. Давай спускаться. Все, давай, поехали. Давай. Молодец. Смотрите, это пагода. Пагода, да? Вместе с пандами. Это мультик панда. Мультик панда. Это какой мультик? Пороро, да, пороро. Да, Саш, смотри, как. Это... А ты знаешь, что это за мультик? Это какой? Я не знаю. Это Пороро. Пороро. Да. По-моему. Потому что нет. Кто знает, что за мультик, пишите в комментариях. Давай, вставай. Давай, вставай, будешь с крылышками. Никита, с крылышками. Смотри, какие крылышки, давай. Вот, смотри, Никита, у тебя какие крылышки-то большие. Класс. А, теперь два ангелочка рядышком. Да. Смотрите, какие там... Поганки растут, зеленые, розовые, желтые. Поганки можно кушать? Поганки можно кушать? Нельзя, они невкусные. Они ядовитые. Они ядовитые. Они горки, ядовитые. Там будут синяки. Синяки будут? Где будут синяки? Везде. Везде будут синяки? Да. Как страшно. А вот смотрите, еще какие грибы зеленые. А вот там
классный ядовитый. Ядовитый. А вот это фиолетовый тоже ядовитый. Тоже ядовитый. А как ты определяешь, что ядовитый? Ядовитый. А это мухомор, да? Как ты понял, что это мухомор? Потому что у мухомора есть пятна. Пятнышки? Да. Какой ты умный. Ребята, а вы знали, что у мухомора есть пятнышки? Да. Если знали, ставьте лайк. Ставьте лайки и пойдем туда. Ставьте лайки и пойдем туда. Что там? Что это? Смотри, какие красивые. Здесь замок. Я вас не вижу. Вы где? Вот он, Никита. Вот он, Даня. Это мы в Англию пришли. Смотрите, какой Мишка сердечко. А смотрите сюда, Мишку цепляют, чтобы на счастье. Мне нравится такой. Такой нравится? Мне нравится. Какие они здесь разные, прикольные такие, смотрите. Каких только здесь мишек нету. Какие они все классные. Ничего себе, куда Никита забрался? На голову! Ого, Даня, сыночек медведя. Привет. Привет. И ты сейчас. Кто там прячется? Даня. Ого-го. Кто ты? Как тебя зовут, Мишка? Мишка Никита? Мишка Тедди? Я не слышу. Мишка Тедди Никита? Мишка Тедди Никита это. Смотрите, какая аллея цветов. У Тани ничего не задумано. Да? Из чего они, интересно, сделаны? А вот это. А из чего они сделаны? Давайте посмотрим. А металла. А бумаги. Бумажные цветы. Из бумаги сделана такая красота. А вот это, вам знаешь? Это скамейка, но не тарелка. Из железа сделано. Смотрите там. Здесь магазин мишек. Давайте посмотрим, сколько здесь их много. Какие они все классные.
пистолетами, смотрите, водными, как мы вчера, да, обстреливались? Смотрите, и в шляпах, и в очках. Какие они тут классные, смотри, Никит. Я вижу, вот это малышки. Малышки? Да, вот это самые, вот это малышки. Это малышки, да. И вот это. И это. И вот это малышки. И это малышки. Покажи, достань, покажи. Вот, смотрите, какие они. Малышки. Малышки. Пойдемте, мамуль, здесь такие. О, какой красивый. Смотрите, какое тут красивое мороженое. Ты, Саш, какое здесь хочешь, да, мороженое? Давай. Отдавай, откроем. Какое? Выбирай. Вот это? Да. Желтенькое? Цветочка. Никит, пап, ты какое? Давай, выбирай. Итак, вам понравилась экскурсия? Восемь тысяч лайков, да? Ничего себе.